Организатором спартакиады работников системы образования выступили Брестская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки и отдел по образованию Брестского горисполкома. Главная цель состязания – популяризация здорового образа жизни. Городская спартакиада работников системы образования города проводится в целях формирования осознанного отношения к своему здоровью, формирования в педагогических коллективах здорового образа жизни. Мы очень много делаем для того, чтобы этот здоровый образ жизни формировать среди наших учеников, подрастающего поколения. И как-то иногда, оправдывая себя, говорим, ну вот, может быть, в этот раз не проведем, проведем следующий. Вот этот что-то мешает нам, не проведем. А мы решили к этому вопросу вместе с горкомом профсоюза работников образования подойти системно и проводить ежегодно. И считаем, что мы внесем свой вклад в формирование здорового жизни не только среди педагогических коллективов учреждений образования собственности города, но и вообще населения города Бреста. Сегодня, когда весенние каникулы, когда учащиеся отдыхают, и их педагоги собрались в этом прекрасном зале в средней школе номер один, чтобы принять участие в городском этапе спартакиады. Уже традиционно весной проводится наша спартакиада по инициативе Брестской городской организации профсоюза при поддержке отдела по образованию Брестского горисполкома. Сегодня собралось более 200 участников. И немаловажно, что эта спартакиада служит для того, чтобы наши педагоги проявили себя, хорошо провели время, ну и, конечно, для популяризации здорового образа жизни. И следующий этап – это областные соревнования, в которых они примут участие. И я очень надеюсь, что Брест, конечно же, победит. Наш любимый Брест победит в соревнованиях. Программа спартакиады включает в себя 7 видов спорта – дартс, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, плавание и бильярд. За звание победителей в напряженной борьбе столкнулись более 200 участников, среди которых как молодые специалисты, так и опытные преподаватели и руководители. Эти соревнования включают в себя 7 видов спорта. Заявились около 200 человек из города Бреста. Победители поедут 27 числа, будет проходить областной этап, и уже потом будет проходить республиканский этап, где я надеюсь, что наши спортсмены достойно представят город Брест и область. Победа дается ценой немалых усилий и постоянных тренировок. Спартакиада – это в первую очередь возможность каждому участнику почувствовать себя частью команды, которая работает ради общей цели. Всегда хочется проверить силы на фоне других соперников. Ну и я за здоровый образ жизни. Здесь очень много серьезных, хороших соперников. Ну пусть победит сильнейший. Я так особо не оцениваю свои шансы положительно. Ну, желаю достойно выступить. Победители по каждому направлению получили свои заслуженные награды и представят Брест на областном этапе соревнований. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.